I believe 2022 is going to be a year of great breakthrough. Мы продолжим говорить о подготовке к 2022 году. Мы не будем ждать 1 января, чтобы приготовиться к 2022 году. Вы вернете все, что сатана украл у вас. Бог превратит ваше разочарование, ваши испытания в великую историю. Бог пойдет перед вами, и вы переживете Ваал-Пирацим, Господа прорыва. Бог сильнее дьявола. Если вы верите в это, скажите аминь и прославьте Господа. Тех, кто за нас, больше тех, кто против нас. Мы продолжаем говорить о Господине множества прорывов, о Боге, который устраивает прорыв. Я хочу прочитать Евангелие от Луки, 5 главу, с 1 по 9 стих. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере. А рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега. И сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, «Отплыви на глубину». Подчеркните это, потому что в следующем году вы отправитесь туда, где не бывали ранее. Вы будете захватывать территорию, которую не захватывали ранее. Во имя Иисуса. Иисус сказал, «Закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Экономисты, пророки погибели, которые считают, что мир никогда не будет благословенным местом. Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Как многие из вас во времена вируса, вы не росли, а уменьшались. Но это изменится. Бог даст вам прорыв. Но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали не одну или две рыбки, но великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. Аллилуйя! Когда Бог вступает в игру, Он не приходит как маленький спаситель или избавитель. Он приходит как Эл-Шаддай, Бог, которого больше, чем достаточно, как Иегова Ирре, Бог, который обеспечивает во имя Иисуса. Знаете, что до возвращения Господа Иисуса мы увидим благословение, от которого будет рваться сеть. Когда я читаю Библию, то вижу себя. Я не читаю Библию от имени Симона, но от своего имени. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки. Благословений хватит на вас и на оппозицию. Так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Доброта Божия приводит вас к покаянию. Бог настолько благ, что у вас нет другого варианта, кроме как служить Ему в 22-м году. Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Я хочу сказать вам, что Божие благословение в 22-м году удивит многих из вас. Все изменится для вас. Я провозглашаю и пророчествую об этом. То, что сдерживалось, высвободится. Выплаты, которые запаздывают, придут заранее во имя Иисуса. Все станет лучше, приятней, потому что плач на время, а радость обновляется утром. Аллилуйя. Многие из вас перейдут от мары, горьких вод, к елому, оазису жизни. Это место избытка во имя Иисуса. Я верю, что 22-й будет годом многих прорывов.
В этом фрагменте мы видим, что помазание прорыва делает для Петра. А этот человек — опытный рыбак. Он знает, что экономика страдает. Он знает, что люди предсказывают негативное будущее. Петр сделал все, что мог. Если кто и знал, что рыбы нет, так это Петр. Но тут приходит Иисус. Он ошарашивает Петра. Его знание, опыт. Богу не нужна идеальная экономика, чтобы благословить вас. Бог сам по себе Бог. Богу не нужно разрешение правительства, чтобы благословить вас, потому что Бог уже благословил вас 2000 лет тому назад во имя Иисуса. Если вам нужен прорыв в бизнесе, то поднимитесь на ноги и прославьте Господа. Наш Бог по-прежнему — это Бог прорыва. Наш Бог — это Бог избытка. Сегодня мы читаем Евангелие от Луки, 5 главу, 4, 5 и 6 стихи. И Библия говорит: «Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». В переводе Passion сказано: «Иисус сказал: а теперь отплыви на глубину, чтобы забросить сети, и тебя ждет большой улов. Обетование и повеление вас тоже ожидает улов». «Господин, — ответил Петр, — мы только вернулись с ночной рыбалки и ничего не поймали. Но если ты настаиваешь, мы отправимся снова и забросим сети по твоему слову, по слову твоему». Мое сегодняшнее послание называется просто «но по слову твоему». Божье слово обладает силой. Бог следит за своим словом, чтобы исполнять его в нашей жизни. Слово «рема» от самого Бога может изменить вашу ситуацию. Я никогда не забуду церковь в Йоханнесбурге. Сегодня там собралось очень много людей. Если вы не были там, то приезжайте к нам. Мы ждем вас. Мы построили это здание для вас. Аминь. Мы 3 года искали землю и никак не могли ее найти. Мы искали повсюду, и в 2 часа ночи Дух Святой разбудил меня. Я был в Лондоне на Крусейде. В 2 часа ночи я просыпаюсь, и Дух Святой говорит мне: «Забрось сеть по другому борту». Я сразу же понял, что он имеет в виду. Ты не там ищешь. Ты ищешь в Йоханнесбурге, но не там. Поищи в другом месте. И знаете, что я сделал? Я включил Google «Земля». Я ввел в поиске «Йоханнесбург». А ведь когда вы получаете указание от Бога, то не можете быть пассивны. Вы должны действовать на основании того, что Бог говорит вам. Я увидел красивый участок, но ощутил в духе, что это не то. Тогда мы начали искать участок везде. Мы не могли найти ничего. Тогда в 2 часа ночи Дух Святой обратился ко мне и сказал: «Забрось сеть по другому борту». Я нашел участок в Гугле. Это не особо духовно, но именно так мы нашли наш идеальный участок в Йоханнесбурге. Рано утром я написал доктору Луи Пеллу. Я сказал: «Проверь эту землю и сделай предложение». Мы сделали предложение. Владелец земли был за границей. Он не знал цену этой земли. Девелоперы скупали всю землю, но этот участок остался. Бог сохранил его для нас. И в нужное время Бог показал его нам. Мы сделали предложение, купили этот участок за 1/2 его рыночной стоимости. Бог изменит ситуацию в вашей жизни. Вы перейдете от ничего к избытку, от недостатка к избытку во имя Иисуса Христа. Он Бог избытка. Я верю в это. Когда Иисус обращается к ученикам, то дает им 2 указания. Во-первых, отплывите на глубину,
Послушайте, вы не найдете Иисуса у безопасности берега. Вы не найдете Иисуса в комфорте лодки. Вы найдете Иисуса в открытых океанах. Если вы хотите прорыва, вам нужно отпустить прошлое. Оставьте комфорт, неуверенность, страх, разочарование и все то, что сдерживало вас во время этого вируса. Он не повел учеников в другой город, на другое озеро, потому что это не было бы чудом. Он отправляет их в то же место, где они потерпели неудачу. Где они ловили всю ночь и ничего не поймали. Они пытались, бросали сети вновь и вновь, но не поймали ничего. Как многие из вас во времена ковида, вы потеряли контракты, бизнес, возможности. Вы думаете... Что же мне делать? Можете не сомневаться, что у Бога есть план для вашего избавления. Бог не оставил вас и не бросил вас. Бог нелицеприятен. Бог устраивает ваш прорыв. Он знает, как наполнить вашу лодку рыбой. Аминь. Во-первых, Он говорит, вернитесь назад. Вы должны вернуться в мир бизнеса. Вы должны подать резюме на эту работу снова. Сделайте то, что можете снова. Оставьте сомнения, цинизм, страх, мнение других и отправьтесь на глубину. Вернитесь назад. Это слово для многих из вас. Вернитесь к тому контракту. Сделайте то, что можете, снова, во имя Иисуса. Отправьтесь на глубину. Вы никогда не увидите, чтобы вера действовала в сфере известного. Аминь. Вера действует лишь в сфере неизвестного. В противном случае это уже не вера. Единственное, за что вы должны держаться, так это слово. Единственное, на основании чего вы ходите, это слово. Когда Иисус сказал Петру во время бури «иди», Петру нужно было выйти из лодки. Он не шел по воде, он шел по словам. Слово поддерживало его, пока он не отвел взгляда от слова. Я хочу сказать вам, не отводите взгляда от Иисуса из-за пандемии. Не отводите взгляда от Слова Божьего из-за пандемии. Продолжайте ходить по Слову Божьему. Идите в неизвестное. Продолжайте доверять Богу. Верить, что Бог даст вам прорыв. Вера не действует в сфере известного. Вот почему Библия говорит в притчах 3 главе, «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». «Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Каким был путь избавления для Петра и учеников? Они должны были вернуться к месту неудачи, поменять отношения. «Я не должен эмигрировать в Новую Зеландию, переехать в другое место. Бог может сделать намного больше всего того, о чем я прошу или помышляю, благодаря силе, которая работает во мне. Бог может принести мне прорыв там, где я сейчас. Если бы Иисус повел их в другое место, это была бы неудача. И каждый раз, когда что-то не работает, я не использую веру, чтобы изменить обстоятельства, а ухожу, ища другой возможности. Итак, Иисус говорит, «Отправьтесь на глубину, в неизвестное». Прорыв требует чего? Доверия Богу, когда вы не понимаете. Вы должны отправиться в места, которые не знаете. Сделать то, что никто не делал. Выйти за пределы мнения людей и человеческой мудрости. Вам нужна Божья мудрость. И когда вы поступаете по вере там, где не пережили благословение, все изменится. Внезапно появляется рыба. Я не знаю, откуда она пришла, там не было рыбы. Но мы служим Творцу, Богу, который творит чудеса. Если вы верите сегодня, что у Бога есть перемена для вас, тогда вам нужно прославлять вашего Господа во имя Иисуса. А во-вторых, Петру нужно было забросить сети. Рыба не запрыгнула в лодку сама. Мы говорили в прошлый раз о Неемане. Когда он нуждался в чуде,
исцеление от проказа. Пророк сказал ему: «Окунись в Иордане». Он пришел в ярость. Это не то, чего он ожидал. Он приехал на колеснице к дому пророка. А пророк даже не вышел к нему. Он лишь сказал сделать то, что было ниже его. Он сказал: «Окунись в Иордане». Нейман пришел в ярость. Он сказал себе: «Мы поступаем так. Мы должны быть осторожны в разговорах с собой. Мы должны быть осторожны с тем, к чему прислушиваемся. Мы не можем полагаться на негативные отчеты экономистов. Меня не волнует, насколько реальны их слова. Праведный верою жив будет. Мы ходим верой, а не видением. Мы угождаем Богу верой. Мы движемся на основании Слова Божьего. Мы живем на высшем уровне. Не имеет значения, какая статистика по преступлениям. Мы делаем то, что можем, и доверяем Богу». Нейман разозлился. Он сказал себе: «О, я думал, что пророк выйдет, махнет рукой, и все мои проблемы исчезнут». Некоторые из вас думают, что если они дадут 10 рандов пророку, чтобы он помолился за вас, ваши проблемы исчезнут. Нет, вы просто потеряете свои 10 рандов. Вам нужно слово от Бога «рема». Логос должен стать ремой. А затем вы должны сделать то, что Бог ожидает от вас. Пойти и окунуться 7 раз в Иордане. Нам нравится слово и обетование. Но нам не нравится делать что-то. Нам не нравится 7 раз. Мы не хотим быть настойчивыми. Но для того, чтобы пришел прорыв... Послушайте, они ловили рыбу всю ночь и устали, как Давид в Сикелаге. Люди устали. Город сгорел. У них не было сил или даже каких бы то ни было ресурсов, а они были полностью опустошены. Все были настолько разбиты, что лежали на земле и плакали из-за своих жен и детей. А затем они обратились против Давида. Но Давид укрепился в Господе, и Бог сказал: «Преследуй». Ему пришлось воевать 1,5 дня. Иногда, братья и сестры, когда вы оказались на самом дне, вам нужно вести себя так, словно вы на вершине. А вот почему Библия говорит: «Пусть слабый скажет, я силен». Не поддавайтесь слабости, желанию бросить все. Примите решение. Я силен в Господе, в Его силе. Я силен и смел во имя Иисуса Христа. Когда мне хочется убежать, я буду стоять. Я буду верить обетованиям Божьим во имя Иисуса. Иногда, читая Слово Божие, мы забываем о практической части. Надеюсь, вы понимаете меня. Вот почему он ждал, когда пророк возложит руку. Но это не решит твоих проблем, Нейман. Тебе придется слезть с коня, Нейман. Пройтись пешком. Тебе придется вернуться назад, Петр. Тебе придется покопать, Елисей. И тогда Господь наполнит ямы водой. Вам нужно сделать возможное, чтобы Бог сделал невозможное. Эти рыбаки устали. А Иисус говорит им: «Отправьтесь на глубину». Что им нужно было сделать? Взять весло и поплыть. Им нужно было отплыть от берега. Иногда, когда нам не хочется грести, мы должны взяться за весла, потому что это ключ к нашему избавлению. Мы хотим просто сидеть и ничего не делать. Но так мы не увидим избавления. И ведь так мы не следуем Божьей программе. Нам нужно слово «рема», не «разговор». Некоторые люди говорят так, словно круглые сутки, разговаривают с Богом, но их жизни в ужасном состоянии.
И у меня возникает вопрос, что у вас за разговоры такие? Богу не нужен разговор, чтобы переместить вас. Бог дает вам слово, одно слово — прости, поднимись, пойди. Хватит жалеть себя, одно слово — вернись. Если мы не будем чувствительными к слову рема, мы упустим Божий прорыв. Мы ждем чудес. Люди думают, что Бог действует лишь через чудеса. О, нет! Когда израильтяне перешли Иордан, чудеса остановились. Перепела, манна, огненные и облачные столбы исчезли. Им нужно было завладеть землей шаг за шагом, не за год, не мгновенно. Это путешествие. А для чего? Чтобы они научились ходить, полагаясь на меня. Для чего? Чтобы вы могли оставить эмоции и оказались в месте, в котором действую я. Это место веры, в котором вы полагаетесь на меня и мою благодать, чтобы перейти к тому, к чему я призвал вас. Не было легкого пути. И когда я говорю, что 22-й будет годом многих прорывов, вы должны ответить на это «Аллилуйя». Но к вашему прорыву ведет путь, и этот путь называется Богом. Это Слово Божие и водительство Духа Святого. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Я буду следовать за добрым пастырем, несмотря на других. Бог приготовит мне стол на виду у многих врагов. Он наполнит мою чашу в 22-м году, помажет мою голову свежим елеем, свежими мыслями, знаниями и мудростью, которые выше мудрости и знаний людей. Он поведет меня туда, куда только Он может повести, и вся слава за это будет Богу. Так что прославьте Господа уже сегодня. Давайте прославим Бога, потому что Он достоин. Петр был достаточно умен для того, чтобы не спорить с предсказателями четвертой и пятой волны. Дорогие зрители, молитесь за нас. Мы верим, что в следующем году приедем в Россию. Нас также приглашают еще и в Индию. Я хочу сказать, что Иисус любит вас. Библия ясно говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, но потеряет при этом себя. Мы приходим в мир нагими и уходим нагими. Если вы не отдали свою жизнь Иисусу или отошли от Него, вы можете вернуться к Нему, где бы вы ни были. Забудьте о других людях, которые бегают и шумят. Это вопрос между вами и Богом. Положите руку на свое сердце и скажите: «Иисус, я возвращаюсь к Тебе, я отдаю Тебе свою жизнь, Ты нужен мне, я хочу, чтобы Ты был в моей жизни. Спасибо, что Ты умер за меня, я верю, что Ты жив, Ты мой Спаситель, я буду следовать за Тобою во имя Иисуса, мы любим Вас».